Итак, друзья, всем привет. Давно не виделись. Соскучились, наверное, по глазам уже соскучились. Раз так, значит, для вас мой новый многосерийный супер-мега-блокбастер. Поездка на Байкал. Смотрите, и мы начинаем. Пулково, Санкт-Петербург. Рейс Санкт-Петербург, Новосибирск. Погнали. Итак, друзья, приехали в город Новосибирск. Точнее, как приехали, прилетели на самолете. И дальше мы едем на поезде до самого Байкала. Так что смотрите. Итак, доехали до ЖД вокзала. Ехали на маршрутке 312, проезд стоит 38 рублей, ну и багаж тоже 38 рублей. Сдали рюкзаки в камеру хранения, за 170 рублей один рюкзак. А сейчас гуляем по городу, идем пить кофе. Итак, попив кофе в KFC, погуляв по городу, по центральным улицам, дошли, наверное, до центральной части Новосибирска, откуда, собственно, город и начался. Здесь был построен первый мост в 1893 году начались работы по мосту. Собственно, отсюда и пошел город. Вот, кстати, осталась та самая первая ферма от моста железнодорожного. А это памятник Александру Третьему. Ну, собственно, здесь набережная и река Обь. Ну, это, видимо, самое центровое место, где можно погулять, посмотреть. Так что в городе особо делать нечего. Город такой. Итак, друзья, по традиции мы пробиваем колесо обозрения. На этот раз в Новосибирске. Стоит оно 200 рублей с человека, такая вот закрытая кабинка. И оно вот на берегу Оби. И вид на город. Красавица. Итак, друзья, покатались мы на метро Новосибирска. Метро небольшое, всего две ветки, 13 станций. Построено, видимо, при совке. Вагоны такие же, как старые питерские. Жетон стоит 20 рублей. Ну вот, ничего так. Итак, друзья, гуляли сегодня целый день по Новосибирску. Новосибирск, конечно, не брызг. Далеко не брызг. Ну так вот, короче. Закупились едой в поезд в ленте. Так вот, решили перед поездом покушать. И зашли в кафе «Пельмен». И взяли здесь по супчику. Я солянку, Настя взяла окрошку говяжью. И на второй взяли пельмени. Пельмени еще готовятся. А нам пока принесли по супу. И по пиву все взяли. Пиво 0,5 стоит 140 рублей. Суп мой 150, а твой 140. Будем кушать, место приятное. А вот и принесли пельмени на второе. Вот у меня уральские. Там говядина, баранина и свинятина. У нас есть глаза запеченные, телячьи. Вот, наслаждаемся едой с человеческой. Потому что дальше нас, наверное, ждет не человеческая, а походная еда. Вот, сие замечательное место, где мы только что покушали. Пельмени по-уральски, вообще огонь, очень вкусные. Так что всем советуем. Короче, у нас счет получился на 900 рублей на двоих. Очень так это, нормально и вкусно. Самое главное, что вкусно. Нам вкусной еды еще очень долго, видимо, не есть. После кафе «Пельмен» мы недолго отошли, буквально через два дома, и нашли место, называется «Ячменный солод». Так вот, взяли пиво здесь. Короче, бархатный крюгер темный стоит 48 рублей, 0,5. А я взял себе холодный хмель. Стоит 42,50, 0,5. Ну и взяли еще, вот смотрите. Вот здесь проканулись мы после пельмена, вот в этом вот замечательном кабаке. Так вот, пиво здесь дешевое, стоит крюгер бархатный 96 рублей литр, так что всем советую. Место, кстати, оригинальное такое, разливуха такая местная со столиками, все дела. Ну, приятно и вкусно, и дешево. Пиво, кстати, томское. Ну вот и покидаем Новосибирск, идем на поезд. До Байкальска. Итак, друзья, вот мы и приехали на Байкал. Из Питера мы летели до Новосиба, как вы уже поняли. Из Новосиба мы сели на поезд и приехали на станцию Байкальск. Ехали где-то часов 35 на поезде. Ну, нормально. И вот утром мы приехали на Байкал. Собственно, вот.
смотрите, вода чистейшая. Вообще чистая. Такая прохладненькая. Ну, искупаться все равно придется. Так что вот, Байкал. Я на Байкале!